Приветствую всех на своем канале, с вами Елена Смирнова, и я, как всегда, продолжаю делиться с вами информацией. Сегодня у меня новая социальная сеть, похожа на Facebook, точь-в-точь. Значит, регистрация там простая, разберетесь, на почту я даже не заходила и не знаю, пришло мне там письмо подтверждения или нет. Я просто залогинилась и зашла. Как я уже сказала, похожа она на Facebook. Вот, значит, что? Здесь заходим в профиль. Сейчас попадем на страничку профиля. Я вот установила аватар. Тут все вот заполнила. Как бы это наш основной, как бы, да, профиль. Здесь вот группы, будут друзья и, как бы, да, ну и вся информация. Это все можно перевести пост. Здесь очень хорошо рекламировать свои проекты без ограничений. Здесь вас никто не будет банить. Это все вот поклюкайте, посмотрите. Здесь вот колонка будет отображаться точно так же, как на Facebook друзья. Далее это домашняя, как бы, новостная лента. Вот. Так, это вот новостная лента. Здесь вот нажмем друзья, как бы, будут, да? Кто добавляться, кто что. Это сообщение. Это вот админ. Здесь уведомления. Ну и здесь можно отключить, выключить. Так, далее, что я еще хотела сказать. Ну, вот здесь мессенджер письма. Так, далее сеттинг. Сейчас нажмем. Можно, как бы, это все за секундочку заполнить. Так. Значит, ну здесь аккаунт сеттинг, как бы, так. И вот здесь вот офикал, здесь будет ваша партнерская ссылочка. Вот, нажимаете на нее, копируете адрес ссылки, если кто захочет кого пригласить. И приглашаете. А так она не копируется. Ну, здесь, как бы, тоже сами все это проклюкаете. Не буду сильно я уже тут затягивать. Ну, и здесь тоже вот группа, например. Нажмем. И можно точно так же, как и на Facebook, добавляться в всевозможные группы. Вот. Это рекламные, да? Вот я вот добавляюсь. И рекламировать свои проекты. Я уже тут зашла уже в одну рекламную группу, как бы, проект закинула. Потом нас будут добавлять, как бы, да. Ну, вот смотрите сами. Кому интересно, пользуйтесь, присоединяйтесь. Ссылочка будет под видео. Можно перевести и все прочесть. Это все переводится. Вот. Ну, такая вот тоже вот новостная лента. Люди вот выкладывают свои посты. Ссылки реферальные. Вот моя ссылочка я уже выложила. И многие тоже. На этом буду заканчивать. Всем удачи, больших заработков. До новых встреч.